Легенда о том, как произошел кот и стал помощником бога Велеса. Велес – бог мудрости и чародейства, а также бог благосостояния, защитник домашнего скота, всех животных и птиц, а также хранитель древнего вещего леса. Как-то обходил бог Велес свои владения, леса, поля. Наступила ночь. Велес решил отдохнуть и устроил свой ночлег на поле. Облокотился на стог сена и задремал. Тут появились мыши и решили полакомиться остатками Велесовой еды. Стали шуметь и разбудили Велеса. Разгневался Велес и кинул мышей свою меховую рукавицу. Рукавица накрыла мышей и превратилась в мохнатого кота.
появился кот, верный спутник Велеса. Обязанность кота – оберегать сон Велеса и ловить мышей. Считается, что кот или кошка – зверь Велесов. В славянской мифологии кошка выступала в роли созидателя. Одно из главных направлений ее деятельности – сохранение домашнего очага. Сейчас кошки – наши самые любимые домашние животные. Мы их очень любим, а они охраняют нас.